Трансформеры Энергон. Открыть огонь. Как я планировал. Слышу, как они идут. Как скоро прибудут наши гости, десептиконы, вернутся к Юникрору. Битва будет проходить здесь. Сначала надо позаботиться о Скорпиноке. Да, ему конец. Я буду драться. Ненавижу, когда так говорят. Что их задерживает? О, бедный Скорпинок! Спасем его! Думаю, надо! Мегатрон не должен победить! Нет! Не знаю, как ты меня вытащил, но... Спасибо, Альфа-Кью! Однажды я тебе отплачу тем же. Боже, это слишком легко. Что? Должен признать, ты застал меня врасплох, автобот. Но игры в прятки меня утомляют. Знаешь, у меня есть план. Я собираюсь контролировать Юникрон, и никто меня не остановит, даже ты, Мегатрон! Ха! Не мечтай, взорвало! Ты слышишь, Мегатрон? Твои дни сочтены, и скоро Юникроном буду управлять я. Разве они не на одной стороне? Оптимус! Оптимус! Постой! Что такое, броневик? Думал, не найду вас, ребята! Что такое? Я думал, ты наверху помогаешь истребителю. Я пришел доказать свои силы, сэр. Что мне с тобой делать, броневик? А? Что там происходит? Святые огни! Оптимус, кто нас спас? Не нужно благодарности, автоботы! Это Альфа-Кью. Теперь ясно, на чьей стороне. Так это значит, что он управляет всем Юникроном, да? Можно считать это доказанным, броневик. Вопрос в том, насколько он его контролирует. Мы хотя бы знаем, что он на нашей стороне. По-моему, хватит болтать. Идем. Да, ты прав, сыщик. Стой! Что такое, Оптимус? Мне кажется, мы идем в одну из ловушек Мегатрона. За мной, команда! Есть, сэр! Оптимус, ты думаешь, что обо всем догадался? Подумай еще раз. Хорошая попытка, Альфа-Кью. Нам пора действовать. Нельзя тратить время. Оптимусу нужна помощь.
Тебе легко говорить. Ты не знаешь, на что способен Мегатрон. Он маньяк. Псих. Да. Не думай, как атаковать Мегатрона. Что это значит? Ты зря тратишь на него силы. Ты должен сосредоточиться на помощи Оптимусу. Но! Ты не хочешь победить Мегатрона? Нет. И что нам делать? Помочь Оптимусу, и пусть он уничтожит Мегатрона. Интересно. Оптимус – единственный, кто может победить Мегатрона. Как мы ему поможем? А, знаю. Можешь вступить в команду Автобота. Команду? Мы? Странно. Ну, я говорю, что... трудно. Ты очень помог, Кикер. Нет. Ладно, твоя планета в Юникроне, да? Да, но как помочь Оптимусу освободить ее? Используя свои силы, управляй Юникроном, а Оптимус победит Мегатрона. Нужно обладать всем Юникроном. Это наша судьба. Мы хотим свою планету. Это наш дом. Наш дом. Мы должны оживить ее. Юникрон. Мы не боимся Мегатрона. Мы не проиграем. Юникрон защитит. Мы не сдадимся, Юникрон. Никогда, никогда, никогда. Это наша судьба. Мы сделаем, как ты хочешь. Мы поможем Оптимусу. У меня от них голова болит. Но они помогут Оптимусу. Кикер. Не волнуйся, Мика. Теперь все будет хорошо. Я очень надеюсь. Что за? Прости, Автобот, но ты никуда не идешь. Кто меня остановит? Юникрон принадлежит Альфа Кью. Идите, пока я не разозлился. Спокойно, Старфинок. Мы просто болтали с твоим приятелем. Да, просто повеселились. Оптимус, похоже, вы тут застряли. Оставь это мне. Вертолет, вперед! Родимус, разъединение. Трансформация! 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 Вы выбрались? Да, не спрашивай, как! Точно! Теперь сфокусируемся на наших задачах. Есть хорошие новости. Я уговорил Альфа Кью помочь нам. Об этом больше волноваться не надо. А? Будем надеяться, Альфа Кью справится с этим. А? Я имею в виду... Будем надеяться, что Альфа Кью с Автоботами вместе смогут взять Мегатрона. И секретное оружие. Что ты говоришь? Ключ к этой битве — Энергон. Это просто, Мика. А? Мы победим. Всем кибергородам прошу отчет по запасам Энергона. Докладывается ряд из лунного города. Наш текущий запас — 820 звезд. Остальные еще около 1000 звезд плюс чистый энергон. Чудесно. А что в снежном городе? У нас несколько меньше, доктор Джонс. 500 звезд или около того. 500, да? Не вполне удовлетворительно, но хватит, чтобы зарядить энергонные башни. Сэлли, готовься открыть космический мост. Папа? А? Алексис на связи. Простите, что прерываю. Ну что это вы делаете? Зачем вы просите всех переслать вам их энергон? Полагаю, я могу помочь Оптимусу в его миссии. Постойте, Кикер это придумал? А? Энергон слишком ценен, чтобы запереть его в башнях. Вы ставите Землю под угрозу, доктор Джонс. Это риск. И что случится, если ваш план не сработает? Что тогда? Успокойся, Алексис. План сработает, верь мне. И для информации, эта стратегия – моя идея. Да, но нельзя оставить Землю без энергона, доктор. Я это делаю, потому что думаю о Земле, Алексис. Если никто не переживет битву, какой в ней смысл?
Полагаю, что мой ответ ничего не изменит, да? Доктор Джонс, я все равно думаю, что это затеял Кикер. Извините, какой вздор. Это полностью моя идея. Кикер здесь ни при чем. Нет, нет, нихт, ноу, нет. Ну ладно, как скажете, доктор Джонс. Чья бы ни была эта идея, будем надеяться, что все получится. Не знаю, Оптимус, тут глубоко, и прыгать может быть опасно. Я соглашусь с броневиком. Или мы найдем способ добраться туда, или надо торопиться назад. Слушай, Мегатрон, я знаю, что ты слышишь. Мы не уйдем, пока не встретимся. И что ты делаешь, Оптимус? Да. Пора уладить наши разногласия, раз и навсегда. Это не твоя личная война, Прайм. Пошевели мозгами и вернемся к делу. Что ты сказал, Родимус? Лицом к лицу, Прайм! Да, я согласен! Приходи на свой страх и риск! Дальше я иду один. Это моя битва. Скажите Альфа Кью, чтобы он тоже не вмешивался. Понятно? У нас есть выбор. Что если это ловушка? Даже это ничтожество не пойдет так низко. Открыть огонь! Оптимус! Назад! Как ты смел вмешиваться в мои дела, взрывало? Я столько вечностей ждал возможности навсегда уничтожить Оптимуса Прайма! Славься, я же сделал тебе одолжение, Мегатрон! Боже! Оптимус, Оптимус, ты в порядке? В норме, сыщик. Ни о чем не волнуйся, Оптимус. Это личное оскорбление, и Мегатрон заплатит. Я останусь. Нет, броневик. Иди с Родимусом, остановите Мегатрона. Это приказ. Но, сэр! Не дайте оживить Юникрона. Есть, сэр! Я понимаю, что выгляжу плохо. Но у меня есть энергон, и со временем я восстановлюсь. Скоро я буду снова на ногах. Но, сэр! Нет времени спорить. Я отдал приказ. Выполняй. Сэр! Есть, сэр! Осторожнее, ребята. И хорошей охоты. Хотел бы я закончить это сам. Посмотри! А? Не может быть! Невероятно! Это Оптимус Прайм! Он, похоже, застрял! Нет, Кикер, стой! Не пытайся остановить меня, Мика! Я должен! Нет, это твой отец! А? Пора исправить то, что я позволил взрывали сбежать. Я знаю, что надо делать. Автоботы победят. Плохие новости, Острокрыл. Мне сообщили, что Оптимус был ранен внутри Юникрона. Похоже, он серьезно поврежден. Нечего терять время. Это мой шанс все исправить. Я разделю свою искру с Оптимусом и дам ему энергию для исцеления. Я готов. Снегоход! Трансформация!
Чего ты хочешь, Скорпинок? Не пойми превратно, Оптимус Прайм. Я служу одному хозяину. Ответ на твой вопрос. Я делаю это для Альфа-Кью, чтобы он обрел контроль над Юникроном. Это моя работа. Ну, отец, мы готовы. Хорошо, отправляю Энергон. Перемещение началось. Чего ты хочешь? Я говорил, что хочу контролировать Юникрона, но, наверное, ты не слушал. Что ж, я поясню, Мегатрон. Тебе пора отойти в сторону. Ты спёкся. И почему ты думаешь, что достоин взрывала? Меня ведет судьба. Это объясняет, почему ты беззаботно влез в мой бой с Оптимусом. Влез? С другой стороны, видишь ли, я хотел завлечь Родимуса и его друзей сюда, к тебе. По-моему, блестящая стратегия. Блестящая? Итак, ты ждешь, что я склонюсь перед тобой, хм? Ты хорошо все понял. Ха-ха, меня удивляют те, кто метит на мое место. Не считай меня дураком, Мегатрон. Смотри! Альфа-Кью, у нас есть Энергон, бери его! Мы это сделали! Должно быть Юникрон. Весь заряжен Энергоном и Альфа-Кью тоже. Чудесно! Кто-нибудь скажет, что произошло? Почему изменилось ощущение? Почему? Я вижу. Я вижу. Вижу нашу планету. Я вижу Юникрон. Thank you.
приятно. Кикер, удивительно. Это только начало. А? Все только началось. Подожди. Я чувствую, у Альфа Кью есть пара сюрпризов для нас, раз Юникрон ожил. Продюсер Юджин Ишикава. Автор сценария Акира Акея. Режиссеры Дзюн Кавагоя и Ютака Сато. На русский язык фильм дублирован кинокомпанией Селена Интернешнл по заказу СТС. In disguise.